Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Camp Defense. В общем, я тут прокачал ребяток до 24 уровня, и даже нашу мадам с гитарой, я не помню, появилась она в той серии или нет, Эшли. В общем, она волной откидывает народ. Я ей качнул 24, и сейчас у меня один из персонажей. Через вот минутку 10 буквально лучник будет прокачан. Также я прокачал гараж, он теперь у меня вмещает аж 700 тысяч. А X2 это 1 400 000, ну, при следующем еще больше. У меня 1 600 000, и, ну, тут я пока качать не буду, деньги жалко. Вот, и я хочу прокачать нашу мадам с гитарой. Да, кстати, взял Анастасию, у нее... ну, ее скилл, в принципе, нормальный, но они все стреляют хорошо. Вот она самая такая имбовенькая. Пулеметик прокачал до 30-го, турельку прокачал до 30-го. Ну, так, по мелочи. Им, кстати, не нужно прокачиваться никак по-другому. То есть, они спокойно качаются. Вот, давайте попробуем базу докачать до 40-го сначала. Оп, плюс одно место, прекрасно. Пока у нас еще есть время... до вот этого парня. Короче, видите, тут не пишут, сколько бабок надо. Но, ой, я случайно ее прокачал. Но сразу скажу, тут надо 200 тысяч вроде, чтобы прокачать, перевернуть их на новый уровень. Не знаю, почему не пишут, без понятия. Так, по урону. Что у тебя? А, это ХП, я думал, 125 урона. 25 урона и плюс 50 за каждый раз. И плюс 25 за каждый раз. То есть каждый левел плюс 25 атаки. Неплохо. Неплохо, это защитно. Давайте возьмем, посмотрим, чисто прикола ради. Сейчас, на волне. Что он из себя подразумевает? Ты что, сам побежал, что ли? Так, давай заморозку. Ну, это пока откинем. Да, он сам побежал. Что прикольно. Давай, бегите. Раз у тебя настолько все топово. Так, давай снайперку. Врубаем. Вот сюда. И отметаем всех нафиг. Да, отметает, конечно, всех хорошо, но может и лучше. Иди воюй за меня. Да, у него просто ХП мало, поэтому его так на изи и сносят. Поэтому все нормально. А, ну мы проиграли. Это вполне логично. Я просто взял его посмотреть. Естественно. Ну, у нас должен быть сейчас наш этот снайпер. Где он там? Где наш снайпер? А, вот он. Все, 25 уровень. Поздравляю, чувак. Ты красавчик. Добро пожаловать к 35-му. И давай тебя до 40-го вкачаем. О! Да. Нужно прокачать площадку. Подожди. Чегось? О! Понятненько. Короче, есть проблема. Писали о ней в игре, я почитал под игрой. Чтобы вкачать, короче... Ой, извиняюсь, на 40-й надо... Не качается, короче, на 40-й. Я думаю, что нужно до 40-го вкачать какой-нибудь из вот этих средств. Тупо. И тогда мы спокойно сможем прокачаться. Ладно. Теперь-то мы более-менее сильные, но мы сейчас посмотрим пару рекламочек, потому что я хочу вот это набрать. И продолжим. Так, ну что ж, я набрал 9 штучек. И давайте активируем. И как раз на X2. Ну, чтобы он сам, они сами воевали. Вот это, вот, я не знаю, что это за волна. Это, скорее всего, от нашей подруги. А, да, это от нашей подруги. Она замедляет всех в этом радиусе. Приятно. Ну, как видите, компьютер более умнее, чем я. Хотя чувство такое, что... Он, конечно... А, нет, смотрите, мы чудом вытащили. Нет, мы не будем забирать. Мы заберем чисто бабки, которые нам принадлежат, потому что денег сейчас и так много. Тем более, вот, можем на карте сейчас 50 тысяч забрать. Как нефиг делать. Ну и деньги я в ОФК набираю, поэтому сейчас мы как бы смысла нет. Давайте-ка вот этих парней отмудохаем. Эти, кстати, вот летающие, но все равно они легенькие для меня. Я думаю, что мне надо что-то прокачать до какого-то левела, чтобы у меня было либо больше бойцов. О, нифига себе, они разложили как на изи. Больше бойцов. Да, тут деньги, кстати, идут очень активно. Но мы сейчас еще какое-нибудь место купим. Я прокачаю потом... Ой, ну, прекрасно. А это что? Это тоже один алмаз. 11 тысяч всего? Ну, давай. 60 тысяч этих? Да легко. Вы видели, какие у меня пацаны? Вот эта волна очень хорошо откидывает. Это прям в Tower Defense был этот
как его звали-то, маг воздуха, который такой фигню творил. Так, 80 уровень. Ну давай еще сюда сходим. Алмазики нужны? Алмазики важны. Анастасию следующую мы закинем, чтобы она прокачалась, потому что она прям имбалансная, и она нам прям очень нужна. Ну и эту рекламку еще насмотрю потом в одном из боев. Так, тут мы все сделали. Давай 65-й сходим. Х2. Бустер на что? Спид. Ну окей. Вот этих ребят, кстати, да, надо тоже закачать. То есть сначала Настеньку, наверное, или его, а потом Настеньку. Потому что, ой, как быстро 65-ю базу мы вынесли. Окей, бустер Х2. Спасибо. Спасибо большое. Так, что тут у нас появилось? У нас появилось новое место? Нет, не появилось. Тут сколько теперь? 15к, нифига себе. 15к, это хорошо. Так, ну тебя до 39-го, наверное, прокачаем, если сможем. Да, все, дальше. О, 500 тысяч надо. Ни хрена себе, в смысле, не было же. Ну ладно, окей, я все равно в пулемет пойду. Как ни крути, я все равно пойду в пулемет. Хотя, погоди, может нам хватит? А, 78 тысяч надо. А тут сколько? Тут 11. Ну ладно, так, давайте еще на карту вернемся. Прокачка пока что... А, вот 80 уровень появился. Давайте 60-го зачистим. Босс, вертолетом получим профессора. Да может Х2, спасибо. Че, серьезно? Пулемет настолько крутой? Имбасотка, что ли, вообще? Тут просто танки, и там вертолет вылетит. О, мерзкие грузовики. Нифига себе, как мы их развалим. О, вертолет. Блин, этот герой, конечно, огонь. Но он прям просто выкидывает его. Че, в смысле? Я вынес вертолет? Серьезно? А почему мы воюем против какого-то спецназа? Ой, какие маленькие штучки. Это же из какой-то игры. Прекрасно, мы лоу-лапнулись. Так, можно спокойно собрать денежки со всего. Я не хочу пока рекламу смотреть. Ну, я буду ее уже потом смотреть. По максимуму. Так, должен быть еще один босс появиться. В смысле, два босса, что ли? Вы что? И все? А где еще? А, вот, 90 уровень. Кто тут у нас? 225 какой-то робот 90 уровня. Так, у нас 185... А, давайте прокачаем базу. Я хочу базу вкачать. На 50 уровне будет плюс 2. Плюс 2, Карл. Это вообще шикарно, если честно. Так, что у нас тут? У нас звездочка, да? Во что? Давайте в опыт пойдем. А то он хотя бы до 10%, а то падает он нам очень мало. Так, 75, 80. Давайте 80 почистанем. Посмотрим, как оно вообще. Да давай, Х2 скорость. Они заморозили базу? В смысле? Типа, база будет медленнее теперь спавнить врагов, что... Непонятно. Ну просто если еще одного, я возьму себе кого-нибудь этого, наверное, толстяка, который будет воевать. Все, мы вынесли базу 80-го. Офигеть! Как мы на изи-то идем. Стоило чуть-чуть прокачать ребят, и вуаля, 20к. Карл, 20 гребаных к. А если мы вкачаем, то 24 500. Неплохо. Так, база, давай, мы тебя вкачаем сегодня 100%. До того уровня, что надо. Так, давай дальше на карту. Деньги пока не трогаем. 100 уровень, посмотрим. Если мы сейчас затащим 100, это будет имба просто. Так, дайте-ка я быстренько пару рекламок посмотрю. Все, продолжаем. Я посмотрел пару рекламок, да. Потому что надо бы по чуть-чуть. 4400, и нас, кстати, как было, так и остается. Нам нужно просто много денег сейчас набрать. Ну, пока мы воюем, да, я там буду собирать чисто бабки, которые появляются. Если там будет сейчас больше 25 тысяч, я, естественно, посмотрю рекламу. Ну, чтобы, типа, больше бабла срубить. О, летающие ушлепки. Но вам все равно это не поможет. Блин, миниган. Просто миниган всех разрывает, скорее всего. Да ладно, 200к. Просто, детка. 36 тысяч. Ладно, давай сюда идем. Так, сколько ты мне приносить будешь? 30к и 36, если прокачаем. Это первый уровень, то есть мы можем докачать до 10. Так, два здания 100 уровня. Давай. 130 тысяч против 4400? Интересно, сольем мы или нет? Мне кажется, вероятность слива огромная. Ой, какие-то инопланетяне мерзкие. Не трожьте мою машинку. Ну пошли вон отсюда. Жги, 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 жги. Давай, 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 давай. Ебой. Да ладно, серьезно?
Окей, Карл. 12 тысяч давай. 200 тысяч у нас. А, все, не могу. А, 150, нифига себе. Так, 90 уровень. Давайте дальше рвать просто всех на куски. Ну, если есть такая возможность, да, почему бы не порвать всех? Просто шикарно идем. Стоил. Ну, я скажу, я набрал дофига. Я, может, 5-7 миллионов набрал в сумме. Ну, то есть я потратил столько. Не, да, 3 миллиона я потратил. Еще вот 1 400 000, 1 800 000 у меня было. Я там еще потратился с копейки. Ну, там кое-что купил, кое-что проапгрейдил. Вот, поэтому да. О, он с огнеметом. Вот, тебя побыстрее. Просто плюс 2, это, скорее всего, турелька появится. И еще один человечек. А это нам прям надо. Короче, самый тяжелый это вот этот был. Босс. Был. И сплыл. Так, где новый босс? Где новый босс? О, 150 уровень. Танк и Джана. Давайте, короче, выйдем отсюда. У нас 400 тысяч. Как-никак. Стоп. 40 тысяч, ну пока ладно, пусть пока покопится. 8 тысяч мы заберем. У нас докачались все. Давайте попробуем докачаться. Не, вы чё, не хватило? Короче, надо, потому что у нас теперь в бойцах, есть этот, ученый. Где он тут? В смысле, а где ученый? Подожди, мы же должны получить какого-то ученого. Не понял, в смысле? Мы же получили ученого какого-то. Подожди, а где ученый? Это за бабки все. Так, стоп, подожди, мы должны были получить ученого какого-то. А где он может быть-то? Так, давайте внимательнее. Мы завалили босса, мы получили этого... как его звали-то? Нет, это механики, это все не то. А что, у нас его нету, что ли? Я не понял, куда он делся. Этот, как его звали-то? Все, я из головы у меня вылетело. Но его здесь нету. Но мы доктора получили, где он? Так, иди отсюда, карта. Вот, здесь. Мы убили этого и получили как раз дока. Этого, Эйнштейна или как он там? Ну, вы поняли, ученого. А его нету. В смысле? А куда он делся? Я что-то... Либо я в глаза долблюсь, но это не они. Этот фуфловый. Это не он. Это Бисон. Нет, медики, нет. Катя, нет, нет. О, кстати, мы можем этого... Карлса купить. И Катю, кстати, купить. Я не хочу на эту гему тратить просто. Это все за бабки. Но тут все равно нет ученого. Что за прикол? Может... тут, смотрите, еще какой-то... Товерс есть, но у нас пока с этим голяк. Кстати, как с кланом? Не знаю, видосы выходили. Видос уже вышел на этот момент, когда вы это смотрите. Я... Что? В смысле? Чё, мать твою? В смысле? Не понял. А чё с кланом стало? Не хочу, спасибо. Что? В смысле? У меня же был клан. Куда он делся? Ну ладно, давайте вот так вот. Стоп. Вот опять вернем. Ну давай жнецы. Окей. Окей. А что случилось-то? В смысле, а почему я не могу создать клан? Я не могу создать. Что-то пошло, короче, не так с игрой. Так, в общем, ладно, пару рекламочек, и я вернусь. Так, ну я срубил немножко денег, и мы можем прокачать наш транспорт. Так. И чё прибавилось? Ну, в смысле? Так, ещё два места должно было быть. А чё прибавилось-то, я не понял. Так, погодите, у нас было 9 мест. А сейчас 11. Так где ещё два места? Вот чё за обдираловка? Конечно, нет, а в смысле? Я чё-то не... Короче, игра жёстко недопилена, походу. Судя по тому, что у нас тут косяки на косяках. Конкретные причем. Ну, то есть, у нас, во-первых, клан слетел. Во-вторых, у нас нету... Не показывает, сколько бабла надо для прокачки. У нас нет профессора, который должен быть. Тут еще 4 дня ждать. Какого-то хрена. Я даже не могу его купить. Вот в чем дело. От слова совсем. Ну, я не буду сюда ничего вкладывать. Ну, а смысл вкладывать в игру, которая недопилена?
Это немного разочаровывает меня, потому что я рассчитывал, что все будет нормально. Так, стоп. Вот, плюс, где мои прокачки? У меня сейчас должно быть 11 ячеек. У меня нет тут 11 ячеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня сейчас написано, что у меня 11 ячеек на базе. Где они? Что за фигня? Нахрена тут это сделали? Почему не допилили игру? Это элементарный момент в игре. Почему его не допилили? Это отвратительно, если честно. А ладно, давайте-ка попробуем по-тупому. Ну, просто пройдем пару уровней и посмотрим, как оно. Может быть, я получу ученого после того, как просто пройду несколько волн. Рекламу смотреть не будем. Мы сейчас чисто идем не за этим. Да хватит. Погнали дальше. Просто сейчас пройдем несколько уровней, посмотрим, как оно. Ну, выносим, ну, видите, там, тысячи слетают. 42-й, 43-й. Нет, спасибо. От 50 тысяч и выше сейчас надо. Вот то, что она волну запускает, конечно, своевременно и неразумно. Потому что никто не вышел, а она просто волну запускает, и все улетают. Хотя там никого нету. 35 тысяч, ну, такое себе. Кстати... Звездочка, прекрасно, давай, 10%. Ну, как вы поняли, уровни здесь набивать можно хреново тучу. Плюсом еще много всего. Так, сейчас я быстренько вернусь. Так, все, мы возвращаемся. Я посмотрел еще пару рекламок, чтобы на автобое просто дойти подальше. До 50-й хотя бы волны посмотреть. Есть ли вообще какой-то прикол, ну, тут дальше что-то делать? Давайте. Ой, стой. Не, нафиг шипы. Мы мусорку вкачиваем. Все равно пока круче ничего нету, да? Ну, может и не будет, поэтому смысл нам вкачивать что-то непонятное. Хотя, с другой стороны, набрать 200 тысяч и вкачать Анечку или вот этого, чтобы больше этих вылетало. Нет, спасибо. Пока 37. Что у нас на карте? 65 тысяч. Супер, сейчас вернусь. Так, итого десяточку уже есть. О, десяточка, итого 170 тысяч. А, ну, с вами я ничего не сделаю, мне полмиллиона надо. Что мы еще можем сделать? Да не... А, подожди, мне полмиллиона надо. Дружище, поздравляю тебя. Ты идешь качаться. В смысле? А, ёпта, у меня 177 тысяч, а надо как раз 200. Так, давайте-ка я быстро вернусь на карту и получу эти деньги. А хотя зачем? Можно даже рекламу не смотреть. Можно просто их собрать отсюда и все. Они как раз тут есть. Все, 200 тысяч. Давай гуляй тогда. Без бойцов мы еще, может, как-то протянем. Вот, видите, 200 тысяч. И они не пишутся, что за баги. Что за тупизм. Кого сюда поставить можно? 11-й, 18-й. Давай 18-го поставим. Он хотя бы будет более-менее тащить. Ну, у меня плюс еще своя способность есть. А, оглушение, кстати. А, слушай, ну, в принципе, без бойцов, с отталкиванием, заморозкой, оглушением, я думаю, мы нехиленько справимся. Нет, спасибо. Идем пока дальше. Пока дальше. Ну, как видите, у меня 9 слотов вместо 11. Это тоже тупизм. В Таверлендсе не было такой лабуды. Ну, там еще башенки, правда, сбоку стояли, что меня очень сильно радовало. Тут, конечно, без этой хрени. Давай мы тебя прокачаем немного. А, у нас денег уже нет. Ладно, погнали дальше. 50-я волна. Я надеюсь, на 50-й мы получим что-то ценное. Если я сейчас вкачаю базу до 50-го и ничего не получится у меня в плане денег и всего остального, то это будет обидно. На тебе 20-й хотя бы, чтобы ты станил нормально. 49-я волна. Ну, блин, нет, реально, я разочаруюсь сильно. Игрушка интересная. Ну, то есть, как-то тот же Toverlands, но там, правда, можно было вот так вот за карту зайти, посмотреть, что там происходит, но тут пока такого нету. Ну и не будет. 50-я волна. Ну, давай, удивляй меня. Слушайте, мы неплохо справляемся без танков. Мы левелапнулись, и я не получил ничего. Кроме угнетения. Это что? Секунду. А, извиняюсь, отвлекли звонком. Да, в общем, это у нас увеличение способности, быстрые откаты и все такое. Я не хочу это вкачивать. Это турели.
А, 1%. Нет, давайте в бабки пойдем. Больше бабла, докачаем сейчас до 50%. У нас через 11 минут уже будет боец наш прокачанный. О, сейчас соберем тут денег немного. Ну, как немного, дофига. Тем более, вон сколько левелов тут у нас, этих баз мы уже захватили. Но это еще не все, там 13 тысяч где-то осталось. 51 уровень, давай дальше смотреть. Ну, я не знаю просто, что тут вылавливать. Типа, я сейчас буквально за... Сколько? 10 уровней, это надо пару миллионов. Но думаю, за полчаса я спокойно набью себе эти деньги и все. Да, я решил посмотреть рекламку, чисто потому что, ну, чё бы нет. Давайте, грузовичком побалуемся, 51 тысяча как-никак, на халяву. Непонятно мне все же пару моментов. Где мои еще как минимум один боец и одна турелька? Вот здесь боец, скорее всего, здесь турелька. Почему этого нет? Что не так с игрой? Меня это очень сильно расстраивает, если честно. Тут есть 100 уровень базы. Давай за кристаллик. 134 тысячи мы сейчас нафигарим им. Ну, он с узишкой стреляет. В принципе, более-менее нормально он станет. Она откидывает. Причем очень далеко откидывает. Этот замораживает, они плюются медленно. Ну да, нам урон наносят, но это все фуфло. От слова совсем. Пулемет, миниган решает просто все. Как обычно, 150 еще не откатился. Так, давай тогда захватим еще 120 уровень. Че? Шаман? Где шаман? Давай смотреть шамана. Ну посмотрим, если у нас получится захватить. Будем ждать шамана. Ой, я в этом дико сомневаюсь. У нас сейчас бойцы не выходят, и никто не тормозит их этим самым. Но я надеюсь, заморозка, она наносит им урон в плане... ну, то есть, она не только замораживает, но еще и урон наносит. Если да, то это прекрасно. Ой, какие-то ушлепки вылетают. Как долго? Нифига себе, очень долго. Да ё-моё, еще толстяки какие-то с топорами вышли. Слушайте, реально долго. 79 тысяч, так мы еле-еле сносим. О, эти маленькие с турельками. Ой, какая милота. Сталкеры какие-то вышли с энерговинтовками. Что это уже начинается? Кто дальше? Ребят, ОМОНовцы, которые митинги разгоняют. Вот эти веселые ребята. Чуваки с Капитан Америка? Что это за хрень? Блин, как долго мы лупим его. Кто дальше? Все, по новой сейчас пойдут. Ребята с мечами. 20 тысяч осталось. Бесконечные способности — это имба, конечно. Ну, потому что они бесконечно перезаряжаются. Рэмбо какие-то. Все, мы вынесли. Шаман. Вы видите шамана, да? Ну вот, вы его видите, а шамана нет, блин. Заходим. Давай. Блин, извиняюсь, не туда. Давай сюда. Где мой шаман? Где мой, мать его, шаман? Это качается еще. Зои. Подожди, Зои? А Зои была? У нее 22 урона, ни хрена себе, Зои, прекрасно. И шамана нет? Сука, где шаман? Нахрена мне героев, которых мне не дают? Зачем это? К чему это все? Что с этой игрой не так? Зои, иди сюда. Я не знаю, что ты делаешь, но ты сейчас будешь раздавать звездюля в масштабах 1 к 5. Давай вот так. Так, у нас есть бабки, чтобы прокачать базу один раз. Ну, не один раз, не один. Сейчас мы. Рекламку, да, можно. Так, я срубил еще бабла. Срубил бабла. А, смотри, топора. Никакой рекламы. Так, 200 тысяч, пожалуйста. Я прям вот жду 60 уровень и вот еще плюс 3 точки. Вот что он мне выкакает, извиняюсь. За выражение. Так, а что у нас по карте? Ну давай, удивляй меня. 140 уровень и 75. Ну давай 75 пойдем. А, ты типа сразу побежала сама? Нифига себе, ты молодец. Погоди, она только появляется и сразу бежит? Серьезно? А, не, она стреляет. А, она как тот чувачок, но у нее урона до хрена. То есть если ее докачать, у нее... Слушай, она прям молодец. Так, давай 140 уровень, посмотрим. И... 15 минут x2 300к.
вперед. Она просто одним ударом их всех ваншотит. Но ей урона не хватает. Ее надо вкачать. Ее надо вкачивать. Но если меня сейчас еще на 60-м ничего не откроется, то как бы вообще прикола нету. Блин, ее шипами одним ударом откидывает. То как бы вообще никакого прикола нету в том, что мы будем тут что-то делать или нет. Потому что вот мы сейчас, например, Настеньку отправим следующий, чтобы она лед, замедлялку свою прокачала. А сами поставим свою другую. Просто снайперша, она нам была нужна тупо на первых волнах. Сейчас она нам бесполезна. Это что за толстичье непонятное? Вот, то есть сейчас она нам бесполезна от слова совсем. У нее маленький урон, ее скилл граната не так много дамажит. Нас уже пробивать начали. Все, мы не справляемся. Приятно. Приятно осознавать, что мы не справляемся. Пистолет это, конечно, хорошо, девочка, но ближний бой... Мы нас развалили, да. Мы еще пока не готовы к такой хрени невероятно крутой. Ну, блин, на 150-го босса... Да давайте сходим, чего бы нет. У нас последний скилл как раз. 300 тысяч. Ну, тут бойцы всего лишь выходят, поэтому... Мы спокойно с ними справимся. Ну, мы их просто откидываем, заморозку. Стан у нас есть, стан у нас нет. О, танк приехал. 200 тысяч. Прекрасно. Я надеюсь сейчас... А, не, погоди, это не все. Я думал, что они типа выбегут и все. А это не все от слова совсем. В смысле, а что танк-то едет до сих пор? Потому что стрелять бы начал хотя бы. Прикол ради. Ой, что тут за месиво такое пошло. Ё-моё. Вау, 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 вау. Убей их всех, оставьте только танка. Мусорка, давай. Во, мусорка огнем стреляет. Красота. 38 тысяч у него, даже больше. Его станом там льдом закидывает всем подряд, он ничего сделать не может. Бедный танк. Джанна? Да, прекрасно. Где, где новый босс? Давай, показывай мне. Так, этого мы убили, этого мы убили, этого мы убили. 205 уровень. Босс, это тачка какая-то, 400 кусков мы получим. Прекрасно. А, да, дальше, дальше, естественно. Вот, уже 54 уровень. То есть, в принципе, если так подумать... Я сейчас буквально за полчаса наберу эти бабки, и мы посмотрим, что будет, если я вкачаюсь. Если я вкачаюсь сейчас 60-й, и нифига не изменится, то нахрен эту игру. Ну, серьезно, потому что, типа, это будет последняя серия. Потому что, ну, а смысл ловить? Что, я прокачиваю свою базу, мне просто хп, блин, повышается, а я не могу себе больше никого поставить. У меня 9 штук всего, а должно быть уже сейчас 11. То есть, это как минимум два героя и одна какая-то вот эта вот вспомогательная штука. Тем более, вспомогательных... О, у меня деньги есть. Из вспомогательных штук, я не знаю, я бы поставил сейчас вот это. Танк-повер. Мне не хватает на него. Я не знаю, что это, но у него 40 атаки за выстрел. Скиллов, правда, нету, но 40 атаки на 1300. Это же охрененная штука, и можно будет потратить как раз гемы. Но... А, точно, мы же еще персонажа одного получили. Точно, я забываю совсем. Ну и где ты, мадам? Угу, мадам нету. Прекрасно. Да, прекрасно, прекрасно, просто превосходно. Мадам этой нету. Где Дженни? А Дженни нету. Ученого нету. Зачем давать персонажей, которых нету? Я купил специально. Вдруг что-то. Короче, в общем, ладно, давайте. Сейчас я скоро вернусь. Для вас будет мгновение, для меня полчасика. Так, ну, в общем, все, мы продолжаем. Я все поднабрал, я все подкупил, я все сделал. Так, что у нас по персам? У нас же был кто-то вкачанный вроде как. Так, кто-то 25-го должен быть. А, нет, все 25-го, все на месте. Давайте вкачивать 12 ячеек. 12 ячеек плюс один этот. Давай читать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В каком, мать твою, месте это 12? О, у меня горит. У меня горит. Угу. Давай тебя мы уберем. А тебя мы поставим... Вот, нет, стоп. Тебя мы поставим вот сюда. Ну, раз такая пьянка, да, пошла. А, да, сейчас мы тебя прокачаем, дружище. Ну, на тебе денежку сразу. Иди, вкачанный. Где там эта мадам? Иди сюда. Вот теперь нас 10. Ладно, количество увеличилось, уже хорошо. Я просто не надеялся на это от слова совсем. Я думал, сейчас ни хрена не получится. И все, и можно будет забраться. Ну, хотя бы 10, а не 12. Ну, конечно, 12 было бы вообще имба. Но хотя бы 10. Да, я тут побил пару ребят. Давайте еще парочку замесим. У нас теперь 12 человек. Значит, 10 мест. Я думал, что 12 это вот здесь и вот здесь еще.
была бы имба. Но у нас сейчас очень сильное нападение, благодаря тому, что у нас есть... кто у нас, кстати, есть? А, вот эти ребята еще дополнительно идут. Вот. Кстати, а я очки вкинул в этом? А, да, очки я вкинул. На там еще такой баф получил, закинул себя. Давайте, стачка, разберитесь еще. В принципе, серия... О, серия уже почти полчаса. В принципе, все прекрасно, но какие баги? Первый, не показывает, сколько есть времени. Сколько надо бабок на то, чтобы с 24 уровня просто прокачать себе персонажа. Потом не показывает, врет с количеством ячеек. То есть у меня есть 12, но у меня всего 10. Что отвратительно. Так не должно быть. А вот, типа, плюс одна, а там ее не будет, да, и все нормально. А потом момент. Нету персонажей с этим. Нет персонажей, в принципе, которых я получил. Они у меня должны быть халявные, но их в принципе тут нету. То есть даже за бабки их тут нету. У меня должно быть плюс два персонажа. Это ученый и какая-то там деваха. Но у меня их нету. Нахрена так криво допиливать игру? И откуда я получил вот эту вот штуку? Я вообще без понятия. Но у нее урон 40. Дайте ее купим. Просто прикола ради. Поставим ее вместо вот этой. Сделаем вот так. Так, сейчас, секундочку. Я быстро заработаю бабла. Так, я подзаработал бабла, и нам сейчас, скорее всего, хватит для того, чтобы с этой пушкой побаловаться. У нее сейчас 160 урона. А, к примеру, у нашей вот этой 200. 160 урона, 200 урона. Но она типа за кристаллы, но у нее уже 520 урона, Карл. А какое у тебя расстояние? Косарь 300. Ну давай удивляй, показывай, что ты можешь. Ты просто стреляешь здоровым снарядом, который лупит по области. Ну все, имба. Я не знаю сейчас на каком... Ну, давайте до 60-й волны дойдем. Чисто вот... Нет, спасибо. Я рекламку насмотрелся уже за сегодня. Рекламки я пока вот эти... Для вас прошло мгновение, мои полчаса рекламы было очень много. Каждые 15-20 тысяч на карте я сразу же брал рекламу и смотрел. 60-я волна, давай. 60 на 60, давай, покажи мне. Может, новый босс какой-нибудь будет? Ну, новые монстрики, да, там псины бегают. Не, босс тот же самый. Это печально. Они не допилили боссов новых. Они просто залили старых. Они не сделали... Ну, я про разработчиков. Они не сделали... Ну, героев, которых я выиграл, у меня нету. Ну, как так-то? Ну, типа, в чем прикол? У меня нет героев, которых я выиграл. Как мне... А там ведь ученый был какой-то, он, скорее всего, был прикольный. А я не могу его использовать, потому что у меня его нету. И как мне быть теперь? Как мне жить с этим? Так нечестно. Вообще нечестно от слова совсем. Давайте 140-е попробуем рвануть. У нас, по идее, сейчас до хрена народу. О, эти даже живут, вон, умудряются выносить стенку им. Тем более, у меня еще 5 этих осталось. В общем, игра интересная. Я подберу себе... Я, наверное, вкачаю всех до 25-го. Это будет геморройно. Вот, до 25-го вкачаю всех. Тебя заменю на кого-нибудь обязательно. Кого-нибудь. Может быть, даже на мясника с топором. А, еще баба с кувалдой, мы ее не смотрели. Вот, ну, в общем, вы поняли. Прокачаю, посмотрю, как, чё. Просто на обычных героев, которых там я... У меня, которые есть... Да, конечно, очень обидно. Нет, реально очень обидно, что нету ничего вообще. Ну, то есть нету ни героев, ни прокачки, не показывают, сколько что стоит. Сиди, просто угадывай. 9000, ребята. Ебой, ты просто красавчик, и я еще и левелапнулся. Ох, ты мой хороший, сколько у тебя? 55 тысяч, охренеть. А что, все, что ли? А нет, 160-я. Ладно, окей, 160-я локация уже есть, уже хорошо. Но благодаря вот этой прекрасной штучке мы можем сносить сейчас 960. Охренеть. Я больше скажу, давай еще денег. Денег много не бывает, как вы понимаете. 55 тысяч вообще легко. Карта, давай, иди сюда. Дай мне мои 55 тысяч. Все. И на 25-м уровне стоит косарь. Он просто одним выстрелом выносит косарь. Это же охренительно. Energy Gun? Подожди. Energy Gun не было.
Это получается, я получил не тех персонажей вообще. Энерджигана не было. У него урон 25. Тут по 12 прибавляется. Ну, до 30. Да докачаю я до 30-го. Какая у тебя дальность? 1300, идеально. И он стоит всего 20к. Давайте купим. Чисто посмотреть. Блин, столько всего хочется посмотреть. Ну, я вам сейчас его покажу, просто как он в работе. А потом уже с ним буду баловаться, если он мне понравится. Так. Где там ты, Энерджиган? Давай вот сюда тебя. У тебя сейчас 150 урона. Давай, погнали. Я хочу посмотреть, как он атакует. Какой-то электрической волной. Электрическим снарядом. Медленно, но верно. Ну, он не прокачан ни хрена. То есть, будь он прокачан, он бы атаковал... О, по 50 тысяч уже дают, офигительно. То есть, будь он прокачан, он бы, естественно, ваншотил. Ну, не ваншотил. Ваншотит у нас вот эта штука на 25 уровне. Охренеть просто. На нем в два раза больше, чем у нашего минигана. А этот на 9-м 250, ну, на 10-м 250 получит. У него уже будет половина вот от этого. На 10-м. Ну, короче, жесть. В общем, ладно, давайте на этом пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Я напишу разработчикам, если они не пофиксят эти баги. Ну, то есть я понял, что мне дали вот эти две пушки. Это за ученого дали, а это за ту бабу дали. Либо за боссов. Без понятия, за что мне их дали, но у меня тут больше новых нету. Эти бы две были. Среди героев у меня новых как бы нету, хотя, по идее, они тоже должны быть. То есть, зачем? А, в смысле, он появился? Что произошло? Откуда ты взялся? Профессор! Откуда ты взялся? Профессор! Подожди, а может что-то я... Танкер, ты кто? А я ее не помню вообще. Может, я просто в глаза долбился? Но профессор появился. В смысле? Откуда он появился? Ладно, окей, значит, у нас появился профессор, у нас должна быть еще одна мадам. Ну, профессор это уже хорошо. У него 15 атаки, кстати говоря. Но он, скорее всего, бафы будет давать, потому что у него две машины времени в руках. Это атакующие, скорее всего, да. Саймон, торнадо. А, торнадо? Оу, он призывает торнадо. Окей, посмотрим уже в следующей серии. Ну а на этом я пока что буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.